На этой неделе прославленный скат, спортивный клуб аквалангистов Томского госуниверситета, отметил очередной день рождения. Отметил по-рабочему, ведь работать в клубе любят и умеют. За плечами университетских подводников десятки уникальных научных экспедиций, а в спортивной копилке 139 золотых медалей чемпионатов мира, Европы и всемирных игр. И это лишь некоторые цифры из славной истории клуба, которому исполнилось 59 лет. В скате этой истории дорожат, и все значимые события заносят в летописи в мельчайших деталях. Источная дата, то есть 23 апреля 1959 года. В 220-й аудитории главного корпуса собрались студенты и, в общем-то, организовались в клуб «Скат». Благодаря Вадиму Леряновичу сохранены протоколы этих, так сказать, там, собраний и очень много другого. То есть это совершенно точно установленный исторический факт. Президент-основатель и хранитель традиции ската Вадим Валерьянович Жданов на посту и спустя 59 лет. Причем он не просто знает здесь каждый уголок. Многие вещи в скате сделаны руками Жданова и его единомышленников. Вадим Валерьянович вместе со своими товарищами-одноклубниками даже участвовал в строительстве университетского бассейна. Ветеран очень рад, что с течением времени в скат не зарастает народная тропа. Тропа не может зарасти. И мы все делаем для того, чтобы тропа не заросла. То есть мы и клуб-то и создавали, и держим его, и поддерживаем, именно пытаясь сделать таким, что он был привлекательным. Мы не обещаем ни золотых гор, ничего. Мы обещаем то, что мы очень внимательно будем смотреть на каждого и постараемся каждому дать возможность проявить себя. Проявить себя в скате надеется и Даша Соколова. Спортсменка не так давно влилась в скатовскую семью, и для нее это первый клубный день рождения. Я плаваю здесь меньше года, но я уже втянулась в этот коллектив, я уже полюбила этот коллектив. Вот сегодня день рождения у клуба, но вы не тортики кушаете, а работаете, даже в праздники получается. Вот это не напрягает, работать-то много приходится. Чтобы были результаты, нужно работать, поэтому отдыхать не хочется. Ну, 60-летие, наверное, можно будет и отметить, да, и тортиками. А это уже как тренер разрешит. Несомненно, тренер разрешит. Вообще, в следующем году в рамках празднования 60-летия ската состоятся мероприятия и для молодых спортсменов, и для ветеранов, и для друзей клуба. Планируются и юбилейная экспедиция, и научная конференция, и соревнования, и праздничное шоу. В общем, будет много интересного, ведь 60 лет для клуба – это вовсе не пенсионный возраст. Говорит со свойственным скатовцу чувством юмора заслуженный тренер Петр Тимченко. 60 лет – это прежде всего 15 лет до 75-летия. Вот это я знаю точно. Мы то есть история будем... только в 60, только начинается, правильно? Так же, как и у человека, я вот в 20 лет думал, как мне скучно будет жить в 40, а сейчас я и сейчас с удовольствием живу.